Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие гости и подписчики моего канала. Сегодня пришла посылочка мне с белорусского интернет-магазина модельного. Вот произведем ее вскрытие, посмотрим, что в ней. Я надеюсь, что это пришла мне краска, так как все запасы у меня уже заканчиваются, нужных мне цветов. Пришлось подзаказать. Как раз краска нужна для новых моделей, которые я буду делать. Как вы уже видели ранее, планирую начинать делать B-17, американский бронетранспортер, и автомобиль Ивека. Ну, буду производить вскрытие сейчас. Достану все, что там упаковано, и продолжим. Вот, открываю. Вот таких две упаковочки. Посмотрим, что в них. Ну, смотрю, что-то не пришло. Что-то не пришло. Вот денежки прислали назад. Так, ага. А не пришло очень много. Так, ну будем смотреть, что. Так, лимонный желтый. Отлично. Так, пришел полуматовый лак. Одна штука. Пришел матовый лак, а заказывал я две баночки. Ага, пришел еще матовый лак. Так, а вот глянцевого лака вообще не пришло. Очень плохо. Очень плохо. Так. Пришло два цвета матового черного. Я его, конечно, больше использую для предшейдинга. Очень расходится этот цвет. И глянцевый черный. Но глянцевый черный я использую для покраски рам советских военных автомобилей. Так, пришла красочка Олив Грин. Олив Грин от Томия. Так, вот лучше бы не пришел этот цвет, а пришел глянцевый лак. H312, это зеленый от Мистер Хобби. Вот. Я его по ошибке заказал. Ну ладно, пусть будет. У меня еще есть он. Так, вот пришел Олив Драб под номером 1 для техники Великобритании и американской техники Второй мировой войны. И пришел H80, тоже Мастер Хобби, Хаки Грин. Вот. Да, не пришло два лака. Ну ничего, надо будет заказывать еще раз. Хорошо, что есть фатура, но мне, конечно, больше нравится лакировать лаком от Томии глянцевым. У него и хорошая укрывистость по модели, хороший глянец и не боится никакой химии, когда привариваешь декали мастерфитами. То есть вообще мне больше всего нравится в этом деле томиевский лак, даже больше, чем фатура. Ну что, смотрите продолжение моих видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Буду рад каждому новому подписчику. Продолжаем строить модели дальше. Спасибо за просмотр.